Вот солнечные ладьи, которым, наверное, где-то 5000 лет, если не больше. Тут написано 12-я династия. Мы потрогали солнечную ладью. Вот смотрите, весло. Вот они перевозили, как всякие разные. Краски сохранились. Папирусы. Это перевозили. Да, тело этого умершего фараона с восточного берега на западный. Вот фараон в образе Осириса. Это была очень важная должность. Да. Вот синет, это их шахматы. Апахана. Стульчик. А это вот, это систер, ритуальный инструмент богини Хатхар. Он так имеет. Дын-дын-дын-дын-дын. Это всякие косметические прибамбасы. Колечки вон. Красились. Это вот их зеркала всякие разные, правда, они сейчас уже медные. Бронзовые. А, бронзовые, да. Деревянная скульптура еще сохранилась, смотри. Да, деревянные прям редкость. Благодаря сухому климату Египта они не сгнили. Посмотрите, какие глазки. Да, мама как врач диагноз поставила. Но это, скорее всего, какой-то охранник этот, нубиец. Нубийский парик. Ну-ка, давайте прочитаем. Да. Это вот богиня Сехмет, а это Гор. Вот там кубическая статуя. А вот тут всякие барашки. Смотрите, в золоченом исполнении. Баран — это тоже священное животное бога солнца Ра. Кобры. А это гриф. А вон это бегемотиха. Тоже прикольная богиня. Забыла, как называется. Вот 150 миллионов скарабеев.